какой ценный приз будет разыгрываться. Готовы, друзья? Трудно без него прожить, всем он может услужить, от платков до штор и брюк. У вас еще одно такое интересное совпадение. Ивлев Денис Олегович. Какой счастливый Ивлев. И еще, я вас поздравляю, но это не Ивлев. Вот что значит, друзья, почаще ходить на концерты. Поняли? И билетики бросать в наш барабанщик. Внимание! Маленький волшебный ящик. Гренок сделает хрустящим. Хлеб скорее в него клади, нажимай и подожди. Правильно, тостер! Маленький билетик, девочка. Карина Вера. Больше греться не хочу. Крышка громко зазвенела. Деньги чайно подкинула. Электро чайник разыгрываем. Подошу меня, давай, крути кармазон. Кому же достанется электро чайник? Дашу, а теперь смотри, я закрою крышку, так вот нашу рукой вот так вот. Помешай, помешай, что? Пуши, бери. Пуши, пуши, бери. И скатерть праздничную на столе постелите, и больше в жизни никогда не вспоминайте. Так что пейте чай, ходите на концерты Донецкой филармонии и выиграйте призы. И может быть кому-то сейчас улыбнется счастье. Ну это просто наше какое видение. Ну это какое сочетание, какое выдачное. Ну давай, стой, помешай, так помешай. Вот сейчас декабрь нам достает и так счастливый. Ребята, сегодня столько совпадений. Зачитываю. Карина Вера. Еще один победитель. Еще один победитель. Ну, а вы задайте загадку. Что вам сейчас достанет? Как вы думаете? Гриб? Нет. Гриб в голову в помещении. Голода в день спасения. Как вы думаете, что это? Батарея. А вот правильно, почти. Отлично. Мы вас поздравляем, вы сегодня очень счастливая. Этот кухонный прибор всем известен с давних пор. Он взбивает без проблем и коктейль, и сладкий крем. Все измельчит, даже не спросит. Вовремя только его тормозит. Правильно, это блендер. Кто же был обладателем? Даже
Альхаличенко Наталья Георгиевна.